Ну все, просто без комментариев. Я разочарован в этом мире. То есть, блин, понимаете, да, меня оскорбляют все время. Я уже к этому привык, я нормально к этому отношусь. И, типа, я даже в ответ не оскорбляю, потому что, ну, что должен оскорблять человека, у которого, может, там проблемы в жизни, может, я не знаю, что у него там случилось. Может, его там друзья кинули. Ну а сегодня я хочу вам порекомендовать чудесный канал под названием Aris Gaming. Как видите, на этом канале красивое рисованное оформление, классные превьюшки. Но самое главное, на этом канале присутствует просто офигенный контент. Ссылочка на Ариса в описании. И всем привет, ребят! Это просто, понимаете, мы хотели с Пашей записать для вас ролик топ 3 по месяца, то есть обычный видеоролик. Но произошла такая просто жесть. Мы, короче, зашли просто разогреться. И сейчас увидите, что произошло. Ну что, Паша, разогреваемся? Угу. Там в чате написали. Что в чате? Ой, Агера Даун кидала ролики говно. Чего? Я просто, понимаешь, я бы не удивлялся, но я этого чела знаю, это этот. Я его то ли пиарил, то ли это. Слушай, а может... Может, его в Дискорд позовем, разберемся, потому что я что-то слышал про него, типа, если бы это какой-то... Он меня убивает, реально. Он тебя убивает? Позвони ему, или он меня убивает. Да все, он тебя убьет, Паш, все. Все. Он меня убил. Он тебя убил? А ну-ка, зови его в Дискорд. А ну, сейчас его позову. А ну. Лисоми ему напиши, Лисоми. Кидай ДС. Обоснуешь. Не, ну типа реально, что это за хрень, Паш, понимаешь? Я его знаю, типа, ну я что-то слышал там про него. Это вот. Друг твой? Что? Это твой друг? Нет, я его то ли пиарил, то ли что-то такое, честно, я не помню. Но что-то такое помню. Вон он кинул Дискорд. Все, короче, Паш, давай, копируй. Это. Ща... О, слушай, Паш! Короче, я же все кладки записываю, сейчас объясню тебе, короче. Паша, а ты в курсе, что всегда, когда я играю в Майнкрафт, просто когда мы разогреваемся или когда я просто играю, то я это все записываю на всякий случай. И знаешь, что мы можем сделать? Что же мы можем сделать? Ну, как бы этот чел дал нам свой Дискорд, мы можем ему позвонить и побазарить с ним, записать это и выложить, типа, по приколу, типа, вау. Ага. Как тебе идейка? Пошли давай. С ним дать? Давай, давай. Поехали, сейчас побазарим, давай. Все, Паш, давай, звони ему. Ты добавил? Сейчас, где он тут? А вот Ликоми, вот. Давай. Звоню. Алло. О, алло. Алло, ты что там писал? Какой чепуши? Ты чё? Вы чё, Дауна, чё вы делаете? Зачем ты людей кидаешь? В смысле, я людей кидаю? Ты чё, алло? Ты мне вообще написал, что я кидала? В смысле, обоснуй, что я кидала? Кстати, чувак, я вроде тебя помню, мы с тобой то ли записывали, то ли что-то такое. Что ты напишешь, что я вообще кидала? В смысле, да, алло? Так, ну, типа, что, я с тобой записывал, ты кидала. Кого я кинул, в смысле? Ну, понятно все, чувак. Ну, как бы, в принципе, как всегда. Ладно, Паш. А, кстати, подожди, а ты у меня в гильдии есть, или я ошибаюсь? Да. А хочешь оттуда вылететь? Не надо. Не иди. Гекикли. Да ладно, подожди, Паш, не кикай его, мы все-таки добрые. Ну чё, извиняйся давай. Прости, пожалуйста, я больше так не буду. Ну окей, так смотри, чувак, я это выложу на канал, хорошо? Извинения твои. Давай, из гильдии кикай мы тебя не будем, ну? Но больше так не делай, потому что ты как бы оскорбил меня без причины, поэтому ладно, давай, да, удачи. Давай, спасибо. Называется, хотел сегодня записать топ 3 РП месяца зимних PvP ресурс пака, но что-то пошло не по плану, и в катке, где мы разогревались, сами видели, что произошло. И знаете, вот меня очень часто оскорбляют, ну просто почти каждую катку меня оскорбляют, но тут, понимаете, вот он написал мне что-то, типа, вот да, он кидала, и знаете, меня что-то делало, я помнил этот ник этого чела, и я помнил, что то ли я его пиарил, то ли совместку с ним делал. Я что думаю, типа, а что он мне пишет, что я кидал, если я что-то с ним, типа, делал такого. Плюс оказалось, он у меня еще и в гильдии был. Ну, я же решил пойти с ним разобраться в Дискорде. Ну, в принципе, я считаю, то, что хорошо хоть сходил, ну, то, что сходил, потому что он хотя бы извинился, и ты уже хорошо сказал, что больше так делать не будет, в принципе. Это хорошо, главное, чтобы люди менялись. Да, кстати, я же хотел записать ролик топ 3 РП месяц зимних РП, ПВП. Вот, но я его не записал, сами увидели по каким причинам. И напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть подобный ролик на моем канале, ну, про топ 3 РП месяца зимних. Вот, ну, а если какой-то другой хотите, то напишите свои идеи, я как бы комментарии читаю. А, чё, куда-то телепортировался. Я тут у челика ник Агера Врун. Ого, нихрена себе. Ты, подожди, мне показалось, ну сейчас я чекну чат.
Мне если не пока. Ой, ё-моё. Там кто-то гильдию вроде покинул. А он из гильдии вышел. Это он вышел? А, да, он еще и написал этот. Что? А ну подожди, сейчас чекну. Чего? А Гера Даун, ББ дебилы. Ты думал, быстро я это передумал? Подождите, то есть вы понимаете? Он только что несколько минут назад извинялся. Говорил, больше так не будет. Просил не кикать из гильдии и написал Гера Даун, ББ дебилы. И покинул гильдию. Что, ребят, я... Ладно, давайте перейдем на дуэльки. Поразмышляем над этим. Окей, я честно все просто без комментариев. Я разочарован в этом мире. То есть, блин, понимаете, да? Меня оскорбляют все время. Я уже к этому привык, я нормально к этому отношусь. И, типа, я даже в ответ не оскорбляю, потому что что я должен оскорблять человека, у которого может там проблемы в жизни, может, я не знаю, что у него случилось, потому что его там друзья кинули. Вот, но, блин, этот чел покупал у меня заметку. Был у меня в гильдии. И как бы вы сами все видели, потом он просил прощения и. Ну окей, типа, хорошо, ладно. Короче, напишите обязательно в комментариях, хотите ли вы видеть топ-3 РП месяца на канале Зимних РП, потому что скоро зима, поздравляю всех. Вот, ну если какую-то другую тему, то обязательно пишите свои идеи, я комментарии читаю, но в принципе всем спасибо за такой, за просмотр такого очень странного видеоролика, и как бы ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, ссылочка на Пашу в описании, обязательно на него подписывайтесь, как вы знаете, он снимает... Что? Skywars. А что еще? Skywars. А что еще? Skywars. А Skywars снимаешь? Да. А, да, ну ладно, короче, все, да. Всем спасибо и всем пока-пока.